Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Мы идем в Костко. В Костке нет очереди, это хорошо. Мы в нее идем. Если была очередь, можно. И в Костко уже вам открылась ковчег. Пойдем мы сюда. А мы не будем мешать? Нет? Короче, уже открылась торговля на вынос. В том месте, где в Костко всегда можно посидеть, покушать. Вот. Как-то так. Берем тачку. И двигаем в магаз. Опа. Ничего себе, он голосит. Солнечные очки какие-то на сейле. Не больше людей стали в магазине одновременно пускать. Ну, в общем, очереди вообще нету по ограничению какой-то. В принципе, больше. Нет, Зай, подожди, пускать больше не стали, потому что не задерживают ни там, ни там. Но людей в магазине стало больше. Людская активность, наверное, повысилась или что? А что у нас за красивые бутылки стоят? Джек Дэниелс, и что это вот это такое серебристое? Я хочу вам там красочки посмотреть, сейчас он тоже станет. Зайка, хендмейд водка, это самогон? Хендмейд, зайка, нет. А что? Да, да, ну я говорю, нет, ну такого нет. 27,99, 75. Давай просто посмотрим. Блин, я в медицинской маске, она мне жмет. Хендмейд водка, Цитос из Техаса. Зайка, на ней обороты где-нибудь видишь, а то мне без очков. Короче, литр 75. Короче, кто видит, приглядывайтесь. Я без очков не наблюдаю. Ровно, она без глютена можно. Ну, красиво. А? Без глютена можно. Без чего? Без глютена. А, без глютена? Ну, тогда позора нет. Берем. Тогда ящик, да? Ой, Зай, пойдем вон тебе кроссовочки потом. А нет, наверное. Ну, моя водка, это интересно. Зай, Антоша уже кроссовочек. Он не успеет их сносить, он вырастет. Мальчикам не надо быть. Кило? Ну нет, вот таких мне не нравится. Были 22, сел 5, 17,99. Давайте покажем. Вот такие белые. Кстати, они не тяжелые. Но они, конечно, и не кожаные. Зай, он их убьет? Зай, они ему не нужны. Ну, в общем, вот такие вот кроссовки за $18. С налогом за 20 почти. Можно купить. Поносить быстро, убить и купить еще одни. Капусту заряжать. Давай за это две, наверное, возьмем. Ну, что-то я к этой маске пока не могу. Не можешь привыкать. Так, 8,99 за упаковку. Осторожно, я тебе помогаю. Берем две. Ой. Еще что-то на сейлике, смотри, ничего себе, было 19, сел 10. Винчик какой-то. Прям нас споить хотят на выходе из карантина. Ну. О, блин. Так. Что будем брать? А я не знаю. Ну, пошли посмотрим. Короче, мы в каком-то мясном ряду. Возможно, мы хотим купить сало. А вон то, что зайка лежит. Нет, это крылья. Да? Ну, пойдем на ту сходим. Короче, это куриный ряд. У него написано 2. 2 штуки лимит. Мы тут на днях сделали маленькое барбекю. И что-то захотелось сделать сально мясных таких жареных шашлычков, скварочек пожарить. Решила мясце глянуть. Пошли халат искать. Пойдем. За 6 лет в Америке мы, наверное, сало один раз только ели, или два, да? Ну, мы как-то
Нет, я вижу, здесь все готовое, но сала я не так, вижу. Так, может, ты все-таки потреблешь их? Не, не хочу. Не, я хотел, помнишь, мы один раз видели сало? Здесь вот я именно хотел... Видим. Зай, достань, пожалуйста, под шкуру, потом мне неудобно. Так, короче, вот такие ребра уже готовые, 4,39 за ЛБ. И мясо, по 3,59 за ЛБ. Но, не, вот ребра, вон же мясо лежит еще какое-то, видишь? Mm-hmm. Да. Ну ладно, увидим сало, купим сало, блин, какая разница. Просто вот, когда я готовился... Ну пойдем, походим. Когда колбаски я делал с булочкой, тебе же понравилось? Да, было. Ну вот захотелось именно такое, как в детстве, жареное это самое. Вот этот сырный ряд, куда хотел нас подписчик постоянный, который комментирует, он кинулся сюда, блин, это разнообразие. Он как это, как мышка. Я тоже кинулся. А помнишь, как это кто? Кто это пел? Недавно мы смотрели Ганста Рэпер этот. Ну, он вот такой сыр ел. Я не знаю, как его повыше, я его вылетел из головы. Вылетел, да? Сюда кинулись. Так, вон сало. Нет? Где? Вот. Да а вот. Зайка. Сало в шоколаде. Что тут делать? Мы его за вечера приходим. Давай, давай. Зай, ну оно стоит 20 долларов. Ты понимаешь? Зай, да что тут есть? Возьмем одну ручного приготовления и все. Предлагаю взять. Это предлагаю, наверное, вот этот вот. Давай. Более мясной, да? Как там выглядит? Более мясистый. Ну ладно. Ну короче, если что, ты чего ешь? Зай, да, ну уйдет, как дети в школу. Так, дети пошли. В школу не уходят, Зайка. Блин, ну дети так, в школу не... Заставили, они не уходят. Так, мы не пойдем в этот ряд? Так пошли уже через этот тогда. Пойдем десерт возьмем. Прошлый раз брали солененькое, этот раз давай возьмем сладенькое. Короче, маленький. Один маленький, они все маленькие. Да? И все. Скоро распаковка на канале. Следите. Делайте подписки. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео о распаковке десерта. И ты хочешь на ту сторону? Ну да. Рыбу ж мы еще не съели. Нет, да, рыбу не будем брать. А что за краб в банке? $20. Съедим рыбу, разберемся с крабом, да? Смотрите, ставьте. Смотри, куда орехи приехали. А что, мы уже оприходовали? Ну давай одну баночку, только не вот эту. 6,79. Один солененький арахис. Так, давай, Зайка, отходи, я должен развернуться. Я вижу, мы создали момент. Пробочку. Оп. А что за это красота такая? Что-то вкусное. А что ты хотела в этом ряду смотреть? Ну, ветчину нет. Зай, у нас ветчину нет, и костик мой золотой. Не, давай, наверное, сало съедим, потом перейдем к ветчине. Ну, макаронов твоих надо любимых купить, где они? Так пошли купим, или их некуда ложить? Сегодня. Зай, мы быстро столько не съедим. Мы заставим ездить. Боюсь, если не проканает. Так что, пойдем по этой самой, по отработанной схеме. Так водичку сейчас посмотрим. Пойдем посмотрим сначала беленькую водичку. Зай, не надо беленькую. Зай, беленькую надо взять. Беленькую водичку надо брать всегда. Холодос, пойдем? Там пойдем. Нам ничего не надо, а там просто так заходить, там очень холодно. Беленькую водичку надо брать всегда, ее, кстати, нету. Что беленькой водички нету. Да, вон она. Где? Смотри, нету. А это стоит наша только в галлонах. Опять проблема с водой, что ли? Нету нифига. Ты понимаешь?
И туалетку давай посмотрим, есть или нет, потому что в Сэмс Клабе тоже только полотенца были. Ну, в принципе, туалетку мы сейчас в центр берем неплохо. Тоже нету. Вот здесь она, наверное, была, да? Ну, я там не вижу. Весело. Да, там уже дальше всякие собачьи дела. Но. Весело. Короче, опять какой-то косяк с водой. Либо из-за жары, либо я не знаю из-за чего. Но мы взяли свою любимую, но литровую. Фасовка большая. Не очень удобная, но для дома пойдет, что ты поделаешь. Если куда-то будем идти, будем просто фляжку наливать. Ну, у нас и есть эти штуки. Что мы здесь будем искать? В холодильном ряду. Бесцельно бродим. У нас, в общем, тут все есть, что надо. Самая тема сегодня, потому что Таринка хотела наггетсы и динозавры. А куда мы плавать? Рыбные будем брать. Так а что мы будем? Вообще ничего не было. Капусту с десертом взяли и хорошо. Так а что бы еще купить, нет? Смотри, на сейлике. А, На сейлике надо брать. На сейлике святое. Короче, 11.99, 4 доллара сейл. Давай, тем более день рождения впереди. Все, курнем, ё-мое. Сало с рыбными бургерами. Это за это с этим ясить. Салом я не представляю, кто это будет есть и как он. Зайда, сало это вкусно. Я не понял, ты два хочешь зацепить? Да, Сережа. Да, ты говоришь. Нормальный борщ. Значит, сало одно, а бургеров два, блин. Да прикинь, мы эти бургеры будем заворачивать в стольные сальные сварочки, обжаривать, ложить в булочку. Это будет такая тема. Вон твои йошимиши продаются. Дай, блин, а якисоба. Мы все не скушаем. Их сколько? 12 получается внутри, да? 6. Ну, на день рождения по целой. Вот ты у меня дурачок такой, я поражаюсь. Вообще, гулять так гулять. Сало, блин, с макаронами китайскими. Осторожно, женщина назад встает. Слушай, мне мячики снились, или это я видео делал с ними, я уже не понимаю. Так, короче, макароны опять не берем. Что еще не берем? Мы ничего ни сюда не шли, мы просто шли, просто давно не были. Пришли что-то купить. Нет, я шла за морской капустой. За орешками. За водой. Оно не газированное, скорее всего. Не написано, что газирован. Вот, ставь сюда, Фрэнк. Котик, вообще-то ты должен делать. Короче, купили вот такую модную водичку. Она на сейле. Надо попробовать. 4 вкуса в упаковке. 15 бутылок. А как они 4 вкуса разбили на 15 бутылок? Какого-то будет больше, да? Вроде в ней 1 грамм сахара только. Так что будет полезная холодненькая водичка на нашей жаре. У нас к вечеру на втором этаже вообще невозможно дышать. Очень жарко. Блин, летом мне все время невозможно. Не, очень жарко. Особенно, когда ветра нету, тогда вообще. У нас все окна открыты. Сыры не берем? Нет. Не берем. Идем дальше. Азай, а что мы еще? Вот там мы ничего не хотим, да? Не, наверное, я не знаю. Как конфетики там. Вот. Конфетики нет. Так пошли в конфетики. Мы вот в конфетики, наверное, и хотели сходить. Ой, это похоже на твою новую рубашку. Так а что это такое? Что это штанишки? Мне такие не надо. Не хочешь? Нет. Я такие не очень. Давай походим, зайка. Так мы, а что мы сейчас делаем? Нету, давай. А нам кофе не нужно? Нет, кофе у нас не нужно, кофе у нас более чем достаточно. Посмотреть это всегда за... Нет, я имею за спасибо, дома, за пожалуйста. Точно, уверен. Зай, у нас дома 3 пачки, 2 пачки запечатаны. Ну, ты знаешь, нас да. Нам кофе надо только ловаться, но заловаться и надо ехать.
Но мы еще вот этот вот пит не начали. Пит. Не начали пит. Пит и жрак, так что еще показывала вас, и можно не ехать. 14.49 пит. Очень вкусно, наверное. Ой, жай, масло, пойдем. Стоит, мы еще не попробовали. А, масло для салатиков взять. Ну, поехали, возьмем. Кстати, я вот говорил, кстати, про растворимые кофея. Вот они стоят. Так, ну это вот юбаный, это не растворим. Что, куда? Смотри, смотри. Там есть замутное искание. На что? На сахарные панкейки. А что, у нас проблема с панкейкингом? Короче, из растворимых вот стоит. Как начался карантин, мне было... Нескафе. Вот этот вот растворимый какой-то. И все, это уже пошли всякие старбаксы заваривать. А это уже вообще готовые старбаксы. Ну вот этот, короче, мне вообще не понравился. Да, это надо самому делать. Да, это может на любителя. Может, да. Я просто не разбираюсь, как заказывать. Не аматор. Да не, они все сладкие, все... Вот я знаю, с передозировками. Если ты уже дал мне кофе, значит, все хорошо. Можно пить, да? Так что, сюда поворачивай за панкейки? Да, конечно. Поехали. Давно оладок не ели. Может, круассанчиков зацепить не хочешь? Нет. Как хочешь. А я зацеплю, да? Да. Ты можешь не зацепить, а нутеллу.